Организация ПАО МРСК-центра – одна из крупнейших и передовых в отечественном электросетевом комплексе. Об итогах прошлого года говорили на первом заседании коллегии. В 2018 году общество двух компаний достигли положительных результатов в обеспечении надежного и качественного электроснабжения потребителей 20 регионов страны. Большие объемы работ проделаны в части развития электросетевого комплекса. Вводились в работу новые подстанции и линии электропередач. Всего в минувшем году в работу было введено более 1000 мегавольт-ампер трансформаторной мощности и более 7000 километров линий электропередач. Объемы финансирования инвестиционной программы составили почти 27 миллиардов рублей. Глава компании Игорь Маковский дал поручение руководителям профильных направлений и филиалов общества повысить эффективность работы по снижению потерь. Директорам филиалов было поручено разработать программы по освещению населенных пунктов регионов, исходя из их реальных потребностей. Сегодня наша задача – это не просто вложение и освоение денежных средств, а именно эффективное вложение всего ресурса, который сегодня находится в распоряжении нашей компании. Темой второго дня работы коллегии стала полномасштабная реализация концепции цифровой трансформации, в рамках которой уже до конца года предстоит выполнить значительные объемы работ. На эти цели предусмотрено 64 миллиарда рублей. Мы выбрали пилотные регионы, где масштаб, по сути, будет беспрецедентный за всю современную историю электроэнергетики. Это Белгородская область. Это Воронежская область, это Калужская область, Владимирская область, а также Республика Удмуртия. В других регионах деятельности компании выбраны площадки для реализации проекта «Цифровой РЭС». До конца 2019 года во всех филиалах МРСК Центра Центра и Приволжья будут созданы основы, а где-то уже запущенные в эксплуатацию опытную промышленную единые центры управления сетями. Наталья Чунина, телеканал «Первый областной».